Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и я продолжаю проходить The Outer Worlds. Нет, The Outer Worlds, не там S поставил. Внешние миры, новая игра от Obsidian. Если не видели начало, переходите к первой серии, ссылка есть в описании, либо появляется в верхнем правом углу. Ну а я вот продолжу прохождение. Кстати, я прохожу на высоком уровне сложности. То есть не на нормальном, а на высоком. Более того, все проблемные перки, которые мне выпадают, я стараюсь брать. И, кстати, можно ли их посмотреть, которые мне выпали уже? Ну вот, видите, красный — это одного из перков. Я хотел... Да, вот изъяны. Видите, у меня уже три изъяна выпало, и я их все три взял. Их можно не брать. Но я решил их взять. Уязвимость к физическому урону. Постоянная травма. 20% наступательные навыки. То есть я на 20%... Но вот этот, кстати, если бы я... Я думал, честно говоря, что это будет 20% меньше урона. А оказалось, это 20% именно к навыкам. То есть вот это хреновое. Ну и фобия к ловкости, проницательности и твердости духа, когда воюю с автоматонами. В общем, мы сейчас в Розуэе, должны решить проблемы местные, которые тут происходят. Но пока занимаемся только сбором лута. Что за огромный костер тут готовится какой-то. Только игра красивая. Особенно удались курицы. Прелесть. Смотрел бы и смотрел, но надо лутать. Что тут за здание? Я думаю, что оружие можно пока тут не доставать. Тут вроде как безопасно. But Lunsford has the highest rate of foot goals per game. But if you cross-reference with the skills of the opposing team, his hand goal rate plummets. Они обсуждают. Lunsford plays worse against better teams. Blankenship plays better. As you were. Huh? Понятно, ничего дельного. Так, тут закрыто. Отключу. Откуда у меня ключ-карта, интересно? Так, это все воровство считается. Всему персоналу рекомендую знать свои рабочие места, в подозрительных событиях докладывать инженерам по технике безопасности. Личные дела. Буду просматривать его доклады, вдруг и не потребует какой-нибудь, скажем так, правки. Сегодня Джеймсон говорил с Воном, опять он против меня выступал. Моя целеустремленность постоянно настраивает окружающих против меня. После новых успехов Византий кажется мне почти досягаемым. Скоро меня повысят. Мне не удается избавиться от чувства тревоги. Ничего не понимаю. Пока что не получил от Трамбла ни конкретные даты, но он меня уверяет, что до Византия осталось всего несколько недель. Да, явно... Чувака как-то используют, даже не собираясь повышать. Тут что-то происходит. Оверстак. Опять же, пока не буду использовать. Торговый автомат тоже пока не буду использовать. Ball
Блин, ничего нельзя взять просто так. Кражи, именно вот кражи. Но я добропорядочный, не могу себе позволить красть. Ну, в смысле, у моего персонажа как бы на кражу не очень. Иногда может соврать. Все мои рабы, про обходной шунт. Но систематически он все-таки не ворует. О, затусило. Ученый. You picked a hell of a day to visit. I'm Vaughn. Vaughn Cortez. Dr. Vaughn Cortez. But just Vaughn's fine, really. Это было время нападения бандитов. Over in the main labs. I rabbited back here when I realized I was hearing gunshots, not blown fuses. We've been cooped up in here, I don't know, hours? Too long. I have to get back to work. Ни одна работа не стоит жизни. Yeah, Dr. Crane might say otherwise. Me? When those guys started shooting the place up, I was first out the door. I had to leave an experiment running at the lab. Something I've been working on a long while. Something that could really get me ahead. Know what I mean? Скорее всего, я как раз туда и направляюсь. Тебе чем-нибудь помочь? I've been extracting organic compounds from raptodons. Compounds that have, benefits. Обойдемся без подробностей, просто скажи, куда идти и sure. Что делать. Of course. Our lab's south of here, down the road. Not the old public lab, the one past that, built into the mountainside. My equipment's in the lower levels, way in the back. I have a big room all to myself, dissection tables and whatnot. It should have been running this whole time. Just grab the results and bring them here. Значит, на кону хорошая сумма. If you have a buyer. I got a contact who wants to haul the entire batch to Byzantium. Help me out, I'll cut you in for a share. I'll even pay you before I am, when you deliver to me. Нужно будет спросить кого-то двери у Антона. No, I mean, nah. In fact, don't mention this to Dr. Crane at all. Хорошо, я смотрю. This is really gonna save my ass. Ну почему нет? Мне тут никто не друг и не враг. В принципе, из этих двоих. Все дают квесты, я все квесты выполняю. Потому что экспо. Потому что опыт. Потому что уровень. Что за Уэлдон? We are experiencing a security event, sir and or madam. Please vacate the premises immediately and return to your domicile or designated workplace. Кажется, маловаты отверстия для зрачков, нет? Ничего страшного, здесь, чтобы помочь. You are? But corporate never told me they were sending a fixer. Nobody tells me nothing. Ты был в лаборатории, когда напали бандиты? I have strict orders not to talk about anything that happens in a classified area. Please remember that Anti-Cleo Pharmaceuticals is not responsible for any loss of life or grievous physical injury sustained while on company premises. Ты же сказал, что здесь все секретно. Roseway Lab is a highly classified facility. I am not allowed to confirm or deny its alleged existence. Это идиотизм корпоративизма.
Сложные слова. Что ты здесь делаешь? I am not allowed to disclose the details of my contract. If you are unhappy with the quality of my work, please submit a complaint to Anti-Cleo's Department of Employee Conduct. Боже, какой он канцелярит выдает. Даже на полу валяющийся. Магничку нельзя взять. Shaft runs from the bottom of the lab to the top of the hill, over the garage. Top of the hill's Raptodon territory. Sit down. I don't need to do it myself. I can stay here if you want. So you'd send someone else on your damn fool mission? Бармена нашли. Блин, доставание оружия найти. I think you're supposed to be wandering around. Security's gonna tell you to make tracks. А мне кажется, что она один в один выглядит как барменша с Эйджвотера. Похоже, ты не рада моей компании. I don't really know you. Roseway is supposed to be closed off to visitors. Stands to reason you could be a corporate spy of some sort. Then again, there's nothing in my contract that says I can't sell the corporate spies. Your bits are the same as anybody else's. Верно. Еще здесь sure. На пару вопросов. Not like I get many customers. Тебе не надоедает продавать одну тетю Клео? Can't say I do. Any Cleo products satisfy all of our nutritional needs. At least they used to. My folks filled their whole pantry with all sorts of Anti-Cleo products. These days, we don't get much in the way of variety. Maybe some triticale pasta or some ketchup, if we're lucky. I hear it's like that all over the colony. We eat what we can get, and we don't get much. Почему называется Бар 17? Some people say the name refers to the 17 rungs in Anti-Cleo's official ladder of corporate advancement. 17. Ступени официальной карьерной лестницы. Truth is, we've been established, closed down, renamed, re-established, and then reopened a grand total of 17 times in the last 40 years. Corporate's still deliberating over a new name. The matter remains hotly contested in committee, but we're expecting a decision within the next 5 to 7 years. Exciting times. Exciting times, да, exciting times. Как ты зарабатываешь в таком маленьком городке? Years ago. Corporate still sends us the occasional shipment of necessities through unofficial back channels. Of course, if something goes wrong, like one of our guards drinking himself to an early grave or Raptodons running wild, corporate won't acknowledge we ever existed. Ладно, торговать я не хочу. В принципе, тут понятно. Так, что мы еще в этом поселении не открыли? Автомат, бармен. В этом помещении, я так понимаю, ничего. Систипит. Еще верстак. Орсон Шоу, это кто? Ah, outlaws, I assume. Do me a favor and let me finish this, will you? And then make it quick, please. Я не собираюсь вас убивать. Oh, with the outlaws? Who are you then? Я пришел на помощь, кто-то отправил сигнал бедствия. Well, good luck. Да. Не очень, чувак. А вы кто вообще такой? I am Orson Shaw, chief behavioral scientist.
I was brought in to study the Raptodons. I was to ensure that, should a problem arise, our team is adequately equipped to deal with them. И что вы сумели узнать? They are insatiably hungry, absolutely impossible to control in any fashion, and indeed appear to be powered entirely by hate. No amount of studying will enable us to control them, or even slightly sate their aggression. Значит, ваши исследования ничего не дали? Not quite. We are now acutely aware of their weaknesses. Bullets through the head. Понятно. Пули в голову. Голова, кто бы мог подумать, да? It may seem like an obvious conclusion, but believe it or not, some creatures' brains are not in their heads. Now, if they got the carbon in their hands. Oh, you're still here. If you haven't already, you might speak to Anton. He can point you in the right direction. Now, if they got the carbon in their hands. What does it look like? I'm preparing a personal defense device. Or trying to, anyway. Если провести провод от конденсатора и подключить его сюда, можно обойти цепь, улучшив энергосбережение. Why, yes. I suppose I could. Thanks. Помощь нужна? No. Well, yes. Well, no. Perhaps. I left schematics in our storage facility. As far as I know, the security commander hasn't found them yet. I admit I'd feel better were they returned to me. Конечно, я поищу. Hey, you wouldn't happen to have a tube of thermal paste on you, would you? Нет. Blast. Well, good luck. I hope I see you back here in one piece. Блин. А вообще возможно с термопастой как-нибудь? Я, по-моему, не находил термопасту. Так, это все воровство. Ну, хорошо магичку не использовал. Так, там я был. Там я мед пиво пил. О, сам текло. В рот не попало. Так, пошли дальше тогда. В самом поселении мы, похоже, все выяснили. Быстрое путешествие – удобный способ добраться до тех мест, где вы уже бывали. Так, мы идем дальше здесь. По дороге еще сюда, кстати, надо будет как-нибудь заглянуть. Но вот тут мы все вроде обсмотрели. Знаете, что я хочу эту винтовку модернизировать, убрав с нее электрический урон в первую очередь. Ну, потому что электрический урон только против роботов. Хорош. Ну, не знаю, пока на всяком случае. Ну и нафига мне сейчас он? Тут явно магический урон не понадобится. Народу полегло. Почему никто не хочет, не выходил забрать вот это вот все? Ладно, давайте зайдем обратно верстаком. Воспользуюсь. Где у нас верстак? Помню, там еще бегать искать. Где этот верстак был.
best way to win a game is by getting the most body goals. Тут? Блин. Так. Значит, у винтовки. Тип урона электрический. И прицел в яблочко. Вот лучше размер магазина заменим. Все, размер магазина плюс 50%. Плюс и урон, соответственно, не электрический теперь. О, 9. Теперь можно всех убивать. Межзвездный чемпионат. Риццо. Рейнджеры из Риццо. Не успел стоять против кого. Хедшот. Хедшот. Еще хедшот, нет? Нет. Ты бежишь ко мне, моя зайка, чтобы в голову получить пулю. И еще одну. Пи спокойно, дорогой товарищ. И вот этот тоже. Красиво прилетело. 5-0. Нет, 6-0 оценки теперь. Все, тут больше собак никаких не пасется, я так понимаю. Все прилегли поспать. Отлично. Так, это первая лаборатория. Нам типа не сюда, но... Опа. Давай, блин. Я как раз электрический урон убрал. Ладно. Физический урон накидаем парню. Стрелять. Так, робот. Ну, у нас, кстати, проблемы при битве с роботами, потому что я типа их боюсь. Вот. Роботофобия у меня. Вот, опять собачки какие-то бродят. Да, блин. Пришлось энергетическим оружием воспользоваться. Ой-ой-ой. Да ё-моё.
больно побил, поплевало в меня. Лаборатория тетушкиных антибиотиков. Антибиотики тети Зины. Торговец. Опять перегруз. О. Ключ карты от кабинета лаборатории Клео. Постоянные перегрузы, но тем не менее нести больше я никакие перки не беру. Продаю. Так, наверное, стоит что-нибудь разобрать и что-нибудь починить. Броня 26. Здесь броня 13, но это шлем. Собственно, и разберем. Так. Так. Эти две штуки оставим. Что-нибудь ремонтировать будем? 85%. А здесь 79%. Ну, давайте эту отремонтируем. О, взлом терминала прям. Эти блокировки. Сообщение. Нужно сменить код на замке оружейной комнате. На складе. На этот раз нигде его не записывать. 1, 2, 3, 4. Отличный код. Вроде неплохо. Код 1, 2, 3, 4. Довольно сложно, кстати. Я даже не знаю, как его подобрать. Как у меня от почты, кстати. Что за звуки? А, это торговый автомат. Эти роботы. Я их так боюсь. Processing. Investigating. Блин, плазменное оружие вообще хреново работает. Роботов. А электрическое хорошо работает. Хотя и плазменная довольно. Мало урона наношу. Это как-то совсем слабо. Ох, еще есть. У этого оружия какой урон?
Да ё-моё. Да ё-моё. Блин. Слушай, ну первого робота я ж нормально убил. Почему тут так... Почему второй-то так тяжело идет? Шоу. Блин, я уже сразу к ним пришел. Нет, подождите. Да, вот терминал. Так, получили пароль от спада. Собрали. Пошли теперь этих мудаков мочить. Я, наверное, с винтовкой начинать. На меня никогда не подводила. Еле ходит. Блин. Тоже так себе попадание. Не, ну с роботом у меня, конечно, должно сложно быть, но... Мало, 15, ну я, правда, в туловище стреляю. Ладно, давайте закинемся кислотой. Вот так вот. Но патронов я, по-моему, дофига потратил на это дело. Что-то ищем вообще? Что-то конкретное? Это выход на улицу. Пока не пойдем. Хрена себе. Ты психанул. Реально очень низкий урон им наношу. Detected.
Блин, что я долго его сейчас мочил? Зря, короче, я взял это тоже. Ой, не-не, берем. Я с рептилой. Крафти кого-то. Весит сильно много. Не надо было мне эту роботофобию брать. Очень теперь они тяжело убиваются. Эх, тяжелая эта работа, конечно, роботов убивать. Надо, чтобы доплачивали. Как-то за вредность какое-то молоко давали, что ли, или кефир. Так, всех мы тут порешили. Картридж, дыхание, антибактериальный крем. Курительный пластырь. Все надо. Все требуется. Наушнички. Я слышу что-то. Да? А, может, у меня здесь. Что? Что-то тут. Что-то тут шумит. О. О. Так, а куда это я попал? Что это за помещение тут? Так, ну надо, конечно, все пособирать. Но меня терзают смутные сомнения, не пришли ли мы сюда раньше времени. Разбойная карточка сразу, блин. Медицинские журналы. Вот медицинские журналы, видимо, это квестовое что-то. Давайте посмотрим. Да. Сборник удобных медицинских справочников. Надо будет здорово смотреться в одной из кают безнадежного. О. Интересно, по квесту кому-то отдать, потому что это один из квестов какого-нибудь напарника моего. Мне кажется, что это этого викария, если бы я его взял с собой. Да, надо сбросить лишний вес, точнее, скорее, ой, оружие разобрать какое-нибудь. Да, блин. Блин, нечего разбирать. О, вторая ячейка свободна. Че этот клей делает длительность вредоносных эффектов меньше? Ну, такое. Рассеивание у оружия меньше, раскачивание оружия дальнего боя меньше. А, никотинового нет. Знаете что? Вообще не будем использовать. Телесные показатели. И вот это можно взять. Так, там где-то был автомат.
Надо что-то продать. То у меня как-то дофига всего. Интересный проход в комнату через туалет, конечно. Так, подождите, я тут... Вот он. Так, продаем. Ничего, ничего. Во-первых, хлам давайте весь продадим. Так, это мы все оставим. Модификации. Ну все, дешевое продаю. Да не, видите, сколько сопротивления нательной брони. По две штуки. Вот эту одну можно продать и три. Так, что здесь? Вот этот курительный. Есть ли что-то тяжелое или все по 0.10? О, 0.20, даже 0.30. Мешок початков, пожалуй, продам. Конечно, можно отсортировать по... По ценности, по весу. Чё, конфета такая тяжелая. Леденец. Ну вот филе китунца, наверное, можно продать. Замороженный обед. В общем, все вот это вот тяжелое. Это я точно не буду использовать, где которые минус дают. Это я тоже не буду использовать. Показатели разума. Еще можно оставить. Это я тоже не буду использовать. Ладно, остальное пока оставлю. Все. Все остальное пока оставляем. Так, ну что, есть тут что-то еще интересное? Боеприпасы. Пожалуй, уже не будем бездумно собирать всю еду. О, вообще не требуется. Одной шут, магнетичка, полицейская броня. Это возьмем. Музыкальная шкатулка, видимо, хлам можно будет продать. Модель корабля можно продать. Ладно, этот крем тоже возьмем. Так, давайте наверх слазаем. Кстати, оружие нарисовано, починить надо. Починено. Так, это выход наружу, я так понимаю. Пучку не будем брать. Пехотный шлем. Так, давайте посмотрим, что мы тут получили. Фиговая броня. Можно сразу, наверное, разбирать. Шлем 14. У меня тут получше есть, конечно. У меня броня есть 26-26, но не одеваю, потому что жалко потерять вскрытие замков плюс 5 и взлом плюс 7. Это, пожалуй, хотя наука плюс 3 я разберу. Так, что тут по эксперименту? Употребление жидкости раптидона. Определить максимальное количество пищеварительного сока раптидона, который человек может употреблять для появления нежелательных... Фига себе.
Пену увеличивать дозу пищеварительного сока. 1 мл легкая боль в желудке и тошнота. 2 мл легкая боль, сильная тошнота. 3 мл постоянная тошнота, сильная боль, периодическая рвота. 4 мл временная слепота, частая рвота. Силу боли пациент описать не может. 5 мл не удалось описать симптом, пациент погиб в течение часа. О, господи. Космодым не буду использовать. Гигантавр. Интересно, попробуем. Что за оно? Ой. Ой-ой-ой. Приятная плат... Ой! Приятное плазменное оружие. Так, шкуру мы не будем брать. О, еще элитная пехотная броня, да? Блин, может все-таки взять уже. Незаметность, правда, снизится. Блок у меня не прокачан. Ну ладно, блин. Можно разбираться, у меня уже одна есть. Так, мясо мы не берем. Так. Там кто-то в меня плюется. Но это вот оружие ближнего боя, мне кажется, нафиг надо. Я им все равно не пользуюсь. Блин. Я неудачно сейчас оружие менял и применял. Пурпуричная комбо. Догоняй. Я так понимаю, что надо, конечно, их комбинировать, эти вот все улучшатели. О, копье какое-то. Ну, чувак не смог отбиться. От Волкова. Коллеги, я устала вычищать кости из переработчика культуры. Это уже третий случай за месяц. Если кто-нибудь опять сунет руку в эту чертову машину, я на нее буду жаловаться. Ну-ну. Еще один сотрудник лишился пальца и официально требует установки новой защитной сетки. Будни НИ. Стимуласьем. Стимуласьем. Там кто-то есть. Have it. Wait, I know you. You're responsible for the Emerald Vale fiasco. How the hell did you get in here? Сначала пришлось убить рептидонов, потом подняться по лестнице. No, not... I don't care about the beasts. I care about the front door. This is an egregious breach of protocol. How'd you get in? А. Антон послал меня за вами. Can't use the centrifuge without supervision. Can't file reports without him double-checking their every word. Can't save myself from mortal peril. It's like he thinks I'm a child. His hands-on management style is coming to a point of contention, I tell you. Вы сердитесь из-за того, что он послал меня вас спасти? Please. That man doesn't have an altruistic bone in his body. I just happen to have the metabolic precursors from our last test. I'd wager my last bit that if you brought back the precursors and left me for dead, Anton wouldn't bat an eye. Может так и поступить? Точно, да, тогда давайте их сюда проверим, вашу теорию. What? No. Come on. There's no call for that. If the way's clear, I'll head on back.
Тут что-то как-то слишком борзо ведет себя человек, которого только что спасли от смерти, мне кажется. Так, что у нас тут? Папиросы не будем брать, обходной шунт возьмем. Блин, так что, только он тут что ли был? Вот интересно. Вообще все берем. Все надо. Талант, наверное, не нужен. Так, я тут прикорнул. Защитный лабораторный монокль. Что, может, что-то нам понадобятся эти защитные штуки вообще? Убеждение плюс 5. Ну, не знаю, тут не написано, что прям защита какая-то офигенная. Ну, ладно, я в любом случае всегда это смогу успеть разобрать, если это мне будет не надо. Так, там мы ходили, тут мы ходили, там выход на улицу. Ну, кажись, все тогда здесь. Так, туда, видимо, можно не ходить. Ну, отсюда я пришел. Так, ладно, выходим тогда. Тут мы побывали. Нам надо еще сюда заглянуть, сюда заглянуть, сюда заглянуть. Опять чувак прикорнул. Очень много тут уставших людей, конечно, в этой игре. Пятна ровно, нифига себе, мухи, конечно, вокруг него летают. Да, я хотел сказать, что у меня вот этот... вот эта вот в руках фигня мне не нужна. У меня нифига не прокачано ручное оружие, поэтому просто можно... Давайте вот это научное попробуем использовать. Просто интересно, как оно будет работать. Пистолет 9 уровня. Тяжелые энергетическое, тяжелые патроны, энергетическое, легкие. Да, разбираем. Пистолет 9 уровня, может пока оставить. Эта штука, какая-то избушка на курьих ножках, да? Так, а там вот это наверху, как-то это не пройти, а вот отсюда, по-моему, нет. Давай сначала то проверим. Да, тут явно прохода нету. Или есть?
А, это какие-то развалины корабля. И закрытый сундук, блин, наверное, который я не могу открыть. Нет, в принципе, не могу. Детали оружия. Ну, такое. Да, тут немного интересного. Так, не разобьюсь ли я тут? Теперь вот к этому висящему в воздухе. Лесозаготовительная машина. Так, обшарпанный автоматон. Давайте сохранимся и будем обшарпанный автоматон убивать. Конечно, на него вот этот физический... Ух ты, что он умеет-то? Хрен, а что происходит? Дозорный. Так, давайте-ка мы, пожалуй, тут поменяем оружие. Давай, давай. Ты ко мне поближе не хочешь прилететь? Не хочет. Тогда мне придется к нему поближе подойти. Блин, там кто-то еще. Ой, блин. Ой, блин. Собачки все умерли. Слушайте, знаете, какая у меня проблема? У меня проблема определить всех соперников. Ну вот здесь в округе всегда, когда я подхожу, я вижу одного этого автоматона, а тут то, что тут еще вокруг, вон до хрена народу. Так как ты в меня попадаешь? Я ж за деревом. Никто не бежит сюда? Ощущение, что они эту собаку сами убили. Где второй? Такое ощущение, что его убили. Ширнемся пока. Оп-оп-оп. Кто это бежит у нас? На тебе в голову. Да елки. Да как ты жив-то еще? Интересно все-таки. Вот кто вот этого убил? Точно не я. Неужели они там между собой как-то тоже дерутся? Так.
Всем, кого это касается, всю свою жизнь я работал на тетю Клео. Когда меня направили в команду вырубки лесов Роузвей, я почувствовал гордость. Я знал, что тетя Клео собирается покорить неизведанные земли. Я хотел увидеть, как Роузвей становится объектом зависти других аванпостов. Я хотел размахивать нашими квартальными отчетами. Теперь я строю стены вокруг города. Если вы это читаете, то получили и мое заявление об увольнении. Понятно. Еще один слабак. Скрываем. Костюм шахтера, маска. Не скажу, что тут как-то... А, слушайте, а вот эти вот модели... Может, я это могу... О, блин, подошел посмотреть, ё-моё. Так, что, хорошо, как мне вот сюда? Так, постоянное сотрясение, показатели разума минус один. Нет, нет, я все-таки это не буду принимать. Блин, показатели разума минус один. Я играю через... Я слишком... Сколько я на мины? Я, наверное, раз пять на мин попал. Так, слушайте, реально, вот туда как попасть? Лесозаготовительная машина. Да ёлк! Блин, что со мной не так, блин? Враг убит? Какой враг? Или это мина? Имеется в виду. Блин, я уверен, что на нее как-то можно будет попасть. Но, видимо, не сейчас. О. Так. Где у автоматона слабое место? Что-то не написано было. О, уклонение использовал. Что-то как-то с уклонением не очень получается. Да что я все... Да ё-моё! Я все время нажимал на уклонение, но почему-то не получалось. Стой, ты еще жив? Фух. Какой-то он душный был. Так, где он тут стоял? Блин, там еще кто-то, что ли, тусит? Мистер Ой. Ладно, идем дальше.
Так, что у нас вообще по заданиям? Оружие бездны не здесь. Схемы пистолета. 1, 2, 3, 4. Так, Джеймсона мы спасли. Это не здесь. Ага, видите, тут и добудьте чертежи оружия. То есть мне вот эти все три квеста на Роузвей надо выполнить. Ладно, продолжаем. Сорян. Да ё-моё. Чё-то я как-то прям в логово зашёл, да? Да ё-моё, как они так попадают-то по мне? Не выделываться уже броню нормальную одеть. То как-то больно. Ну, знаете, вот... Мне очень не нравится в этой игре то, что соперники прекращают меня преследовать. То есть... Они в какой-то момент просто разворачиваются такие, и все, и уходят. На свои места же становятся. Это так как-то тупо. Давайте убеждение. И науку, наверное, до 60 прокачаем. Не знаю, тут коррозийный урон и этот... У меня же этого ничего нету. Она может тогда незаметность. Хотя бы так. Уклонение блок не хочу. Ближний бой не хочу. Ладно, давайте тогда... Блин, или длинноствольное. Ладно, длинноствольное. Раз я им пользуюсь постоянно... Ух ты, ваншот. И никто не среагировал даже. Вот это я понимаю. Вот это вот. Так. И винтовочка, напомню, третьего уровня до сих пор. Так, а где у него голова? Я не вижу ни хрена. You're mine!
Хотя он уже и так ослеплен, но я просто хочу их добить. Вот этих. Да ё-моё. Опа. Как это оказался? Их так много. Их так много. Их не видно, блин, может на их днем лучше нападать. Но вот этот ваншот мне очень понравился. Еще смогу ли я повторить? Нет. Сейчас вообще не попал даже. Куда ты пошел? Какой? Что? Откуда звук такой, да? Блин, какой я кривой. Мимо. Так, надо какую-то тактику придумать. Потому что это как-то совсем тяжело. Ладно, надеваю броню. Двадцать шестого уровня. Так, и надо ее... А, я еще не могу никак прокачать. Починить все используемое. Это вроде... Тут все починено. Так... Все ко мне уже побежали. Блин, вообще не попал нифига. За ящики, что ли? Сядем. И все, они на свое место пошли. Ну это вот, ну реально, какой-то бред. Блин, я путаю кнопки еще к тому же. Смотрите, переключил оружие вместо того, чтобы... Да елки, да... И со всех сторон окружают. Возможно, справиться за деревом, потому что они такой рассыпаются вокруг. Ну, это как бы нормально, потому что я как сложал сейчас с нападением.
Будем честны. Проблема в том, что я просто хреново вижу соперников. Вот и все. Да блин, да как же они живы-то? Он жив. Но на определенном расстоянии не работает это оружие. Да, в шутеры мне нельзя играть. Прямо скажем. Кто? Откуда? Последний остался. Вот это, наверное, попробуем из этого шмальнуть. Ну, куда я тут уперся? Да что происходит? Да почему я на месте стою? Да ё-моё, ну... Почему я на месте? Блядь! Что за хрень? Я просто стою на месте, я не могу сдвинуться. Ну что, ну... Перегруза нету. О, я в текстуре застрял. Класс. Я даже теперь встать не могу. Ну, трындец. Ну, что это за... Давайте попробуем быстрые перемещения тогда хотя бы. Просто застрял в текстуре, не могу сдвинуться. Зашибись, да? Давненько таких проблем в играх у меня не было. Так, вот, наверное, можно туда уже куда-то переместиться быстро. Ну вот, сейчас трупы не полутать. Где-то вот тут опасное место, имейте в виду. Застреваешь в текстурке. Закрытый шлем. Ну-ка, давайте глянем, что за он. 9. Не. Разбираем. Ну что, заходим внутрь. О. Лилиан. Нам вообще не сюда, вроде как. You don't shoot, I won't shoot. Deal? Конечно, по рукам. Keep them hands where I can see them. What are you doing out here? Могу тебе тот же вопрос задать. Doing what I'm paid for, and not a bit beyond that. Name's Lillian. Lady named Cass hired my crew as gun hands. I got left here to watch for Cleo reinforcements. They all got pinned inside, so I can't say as I mind. Что же у вас тут за дело, если не секрет? But I ain't telling. You want details? Go talk at Miss High and Mighty, what's her name? She's in the labs, pinned down.
тебя есть с ней связь? I got a radio, yeah. If I see any corporate ships incoming, I shout her a warning. Before you ask, no, you can't use it. А почему мы треплемся вместо того, чтобы стрелять? I'm sweaty. I got clawed by one of them monsters. I've been in the dirt all day, and I got bugs in places you don't need to know about. I'm on a fucking break. Got a smoke? Ложь. Нет. Курить просто вредно. Oh, well. Figured it couldn't hurt to ask. День не сдался, да? I've had better. Lost some things in a dust-up. But I didn't get eaten like some of our crew. Got that going for me. А что потерял-то? My damn cigarettes, for one thing. I was near the Raptodon pen when they got loose. Had to set a few to rights. When I got to checking if all my parts were still attached, I realized I dropped my cigarette case. Я уже знаю, что ты клонишь, у тебя много дел, но ты готова заплатить, если тебя выручу, да? It's surrounded by pissed off Raptodons. My mama didn't raise no dumbasses. This was a Spacer's Choice commemorative case. Some promo for founding day they did back in, I forget the year. Worth decent bits to collectors. Принесу, если вдруг найду по пути. I'd be obliged. Just don't lose any parts trying. Ну, еще один квест получили, так понимаю. Путешествие в дым называется. Ну, на этом я пока серию завершу. В следующей мы нырнем внутрь лаборатории. Это или нельзя нам? А, вот тут вход. Секретная лаборатория. Спасибо, что смотрите. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.